я стал пользователем Samsung относительно недавно. И в частности приобрел Galaxy Note год назад. Продукт мне показался очень интересным, если не сказать, довольно-таки прорывным. То есть, что меня привлекло в этом телефоне, это прежде всего большой, удобный для пользования интернетом экран и ручка, которая в сочетании с приложениями Android выручала в очень многих случаях. То есть снимать скриншоты с карты твоего местонахождения, прорисовывать, куда пройти, делиться информацией. Потом я являюсь как бы зарегистрированным пользователем социальных сетей на Фейсбуке. И сам по себе экран больше, нежели стандартные телефонные аппараты. Это такое удобное решение в том плане, что не надо носить планшет, который в карман не вмещается, а в смартфонах экран бывает слишком маленький, напрягаются глаза. То есть после того, как я приобрел ноут, я перестал фактически пользоваться планшетниками. То есть он есть там дома для домашнего более удобного прощения, пользования, но мне постоянно приходится ездить, и большой экран, побольше экран не нужен. То есть смартфонов приходится постоянно расширять, двигать, ты не видишь общей картинки. Здесь же такая проблема более-менее решена, и я жду, в принципе, выхода второго ноута, поскольку уже слышал, главные проблемы этого ноута 1 было, ну, откровенно, это батарейка. И еще когда в прошлый раз у меня интервью брали, я, в принципе, про батарею сразу и сказал. То есть как только будет хорошая батарейка, то конкурентов у ноута фактически и сейчас нету, ну и не думаю, что они будут в дальнейшем. В новом Note 2 я слышал, там более мощная батарейка, и энергопотребление оно пониже. Четырехъядерный процессор, то есть жду с нетерпением второго ноута. Я со своим выбором в принципе определился. Вот. Конечно, люди сначала много довольно там издевались, смеялись, что за большая лопата у уха, но потребительские, юзерские качества ноута, они превышают, я думаю, они решают все мои вопросы, проблемы. И плюс я еще традиционно люблю пользоваться ручкой. Я действительно очень часто пользуюсь ручкой, просто как блокнотом. Были случаи, я выезжал на конференции, мне надо было срочно подготовить выступление. Все это занимает 5-7 минут. То есть я делаю свое финансовое планирование, просто разрисовываю это ручкой на листочках. Ключевые там напоминалки у меня также идут через ноут, именно как блокнот.